Виктор Смирнов впервые в роли председателя областного парламента встретился с журналистами. Во время пресс-конференции он рассказал, что уже сформированы комитеты областной думы и определен их состав. Комитетов будет 5. Ивановская областная дума изберет председателя и заместителей председателя комитета. В каждом комитете будет один председатель и один заместитель председателя. На ближайшем заседании также будет решен вопрос с назначением вице-спикеров областной думы. По регламенту их должно быть 3, но Виктор Смирнов подчеркнул, что хотел бы сократить количество замов до 2. Возможные изменения парламентарии обсудят на ближайшем заседании. Основной принцип, которого Виктор Смирнов планирует придерживаться – оптимизация расходов на содержание областного парламента. Каков объем этого сокращения, как только будет сформирован бюджетный комитет, депутаты определятся, но в любом случае это коснется прежде всего аппарата Ивановской областной думы. Мы постараемся сократить расходы и на оплату труда, и я уверен, что нам это удастся добиться. Мы постараемся сократить расходы на обеспечение деятельности фракций. И вот вчера я уже первое распоряжение дал, в том числе и о сокращении аппарата парламентской фракции большинства. Должность вице-губернатора Ивановской области, которую Виктор Смирнов занимал прежде, будет сохранена. Вместо него на этот пост назначат одного из действующих чиновников правительства. Решение принято, все необходимые консультации проведены, и вице-губернатор Ивановской области будет назначен и будет тем лицом, который исполняет обязанности председателя правительства Ивановской области в отсутствие губернатора, а в период его отпуска и командировок, и обязанности губернатора. Нового вице-губернатора представил глава региона Михаил Мень на ближайшем заседании правительства, которое состоится во вторник, 1 октября. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.